Турнир по боксу памяти ветеранов ивановского спорта Владимира Бушуева и Рудольфа Алферова завершился. Два ивановских боксера взяли золото и попали в финал первенства России, который пройдет в Анапе. Кроме того, в копилке ивановских спортсменов еще 5 серебряных и 5 бронзовых наград. В этом году турнир запомнился небывалым количеством участников. Более 400 спортсменов приехали, чтобы проверить себя на прочность. География участников серьезная. Свыше 40 регионов от Ханты-Мансийска до Кавказа. География обширна, то есть действительно это мини-Россия. И то есть уровень спортсменов был очень высокий, и боев досрочно, которые завершилось, очень мало. И конкуренция нашим боксерам очень была велика, но несмотря на это, все равно по 2005-2006 году у нас два первых места. Это Межиев Аюб весовой категории 40 кг и Мельников Иван весовой категории 46 кг.